волк-то, мамин? Вау! О, это что? Это Гутика. Это и Гутика, хорошо. Где мой волк? Вау! Это здесь, Гутика. Ну давай, открывай, кто там? Медведь. Для леса. Вау! Ой, кто-то! Опять заяц. Вчера был заяц, а сегодня заяц. Ужас какой-то, одни зайцы. Опять заяц. Неинтересно. Опять зайчик попался. Привет, друзья! Сегодня у нас будет вот такая вот елочка из разных киндер-сюрпризов, из разных коллекций, и мы постараемся найти недостающие нам игрушки. Ну, кое-что, наверное, нам здесь попадется в повторках, потому что кое-что уже было собрано. Так, смотрите, Kinder Natoons, зеленая обложка, и мне не хватает одной игрушки, волка, прям вот никак она не хочет нам попадаться. Мы уже стали покупать каждый день ребенку киндер-сюрпризы в надежде, что попадется волк. Но, увы, попадается белый мишка. Сейчас я вам его покажу в собранном виде. Мишка у нас выглядит вот таким вот образом. Он у нас может и так стоять, и так сидеть. И он у нас функциональный, он у нас вот таким вот образом двигается. Но, к сожалению, повторка – это не волк. Ну вот как так-то? Вот нам попался мишка. Будет стоять здесь. Так, что? Давайте другой посмотрим. Белый киндер-сюрприз I Play Do. Вообще коллекция для мальчиков считается, потому что белый сюрприз. В основном машинки попадаются. И, блин, мне попалась такая машинка в прошлый раз. Как так-то? Это супер-пупер нечестно. Это прям просто как-то прям совсем ужасно. Нам такая машинка попалась. Могла бы попасться какого-нибудь другого цвета. Прям вообще как-то... Ой, она инерционная и ездит. Так, следующий у нас киндер-сюрприз Marvel. Это новая коллекционная серия. Я собрала всю коллекцию. Хотелось бы, чтобы попались игрушки. Так, нам попадается железный человек. Хотелось бы, чтобы это был Грут или дерево, чтобы можно было поставить на полочку как дополнительную игрушку. Но, увы, видите, как бы что-то очень много железных человеков. В прошлый раз очень много Человека-паука попалось. И, к сожалению, повторка. Да, она должна была быть повторкой, но хотелось бы другую повторку. Так, что у нас здесь? Еще один киндер-сюрприз на Тунс. Так, мы все еще продолжаем искать волка, и прям он вообще никак не хочет нам попадаться. Так, здесь у нас белочка или бобер. Кто это с такой штучкой? Это у нас бобер, кажется. Сейчас посмотрим по игрушкам, по этой штучке. Нет, это была белочка. Белочка тоже у меня есть. 16 игрушек в коллекции, и вот как-то одна никак не хочет попадаться. Вот такая вот классная белка. Но, опять же, повторка, она кушает... эту веточку, шишечку. Да, вот у нее здесь есть такой вот рычажочек. Конечно, классная фигурка, но вот, к сожалению, как-то у нас не очень. Так, опять у нас киндер-сюрприз Marvel. Не задается у нас сегодняшний выпуск и распаковка. Прям абсолютно все одинаковое. Ой, классно попался Грут. Прикольный персонаж. Можно его, кстати, поставить. Сейчас будет как раз ко мне на стол. У меня из прошлой коллекции есть енот, он мне попался. Ну, Грут у меня тоже есть, вроде бы много можно тоже поставить. Вот такой вот он классный, такой прям детский. Еще ребенок маленький, он только-только, наверное, родился, этот Грут. Но выглядит игрушка вообще классно, шикарная коллекция. Так, опять же, Эплей душка беленькая. Ну, надеюсь, что здесь какая-нибудь другая машинка попадется, потому что что-то как-то прям совсем не весело. Ой, даже нам попалось что-то интересное. Это какая-то крутилка-балансир. Здесь у нас зайчик, и он у нас, видите, трафарет. Это трафарет, это из серии, наверное, Mixart, только теперь они стали по-другому это все оформлять. Такой вот интересный вкладыш стал, где изображена сама игрушка. И больше они не пишут, что это Mixart или Go Move, просто вот таким вот образом игрушка. Но, исходя из того, что это трафаретка, что здесь можно, да, можно предположить, что это их прежняя серия Mixart-ов. Ну вот теперь таким образом она оформлена. Вот такой вот заяц.
смешной, с такими ушами приплюснутыми. И он у нас сюда вставляется, в эту штучку, и вот таким вот образом он у нас здесь может крутиться. А здесь, видите, у нас изображена рыба-меч, здесь у нас морж, и здесь тоже морж и рыба-меч. И если приложить бумагу и провести карандашом или ручкой, то у нас получится такая вот картинка. Ну что ж, хотя бы одна новая игрушка, это уже радует. Ну что ж, последний Kinder Natoons. Очень хочется верить, что здесь будет волк, хотя я уже что-то начинаю сомневаться, что он вообще существует в природе. Да, и нам попадается, к сожалению, бурый мишка, тоже классная фигурка. У меня она тоже есть. Таким вот образом выглядит огромный бурый медведь, который сидит на пеньке, и говорят, что он чешет об этот пенек спину, потому что вот так вот он двигается. И об этот пенечек, говорят, он чешет себе спинку. Очень обидно, что не попался волк. Прям совсем-совсем обидно. Но куда деваться? Это киндер-сюрприз. Будем искать волка дальше. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Будем вместе с вами искать волка. Пока-пока, друзья.